Впервые в Казани с 28 по 30 сентября стояли всероссийские соревнования среди студентов по фитнес-аэробике. Чемпионат по аэробике именно инициирован Казанским федеральным университетом. В этом году мы участвовали в конкурсе грантов, который проводило федеральное агентство «Росмолодежь». И в рамках больше 16 проектов было подано на этот конкурс. И именно чемпионат по аэробике прошел этот конкурс, и мы выиграли финансовые средства на проведение. Соревнования прошли по 5 дисциплинам. Степ, аэробика, аэробика 5 человек, хип-хоп и хип-хоп большая группа. У нас проходит всероссийского уровня соревнования. В наших соревнованиях участвует 10 регионов, 350 участников с разных вузов со всей России. Впервые участниками соревнований стали спортсмены всех возрастов. Для кого-то это были первые соревнования, но для всех это возможность получить билет на чемпионат и первенство мира. Участие в соревнованиях приняли и команды Казанского федерального университета. Мы готовились к этим соревнованиям. У нас были также летом сборы, специально направленные на то, чтобы мы набрали физическую форму. Помогает поверить в себя, раскрыться эмоционально, физически. Очень помогает просто радоваться. Кайфовать на площадке – это потрясающие эмоции. Для нас это очень волнительно, потому что это все для нас, больше этого нету. Ну, по крайней мере, в России точно. Организаторами мероприятий выступило Министерство спорта России, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», Федерация фитнес-аэробики России и Казанский федеральный университет. Диана Шилова, Ленар Политьяров, Универньюз.